Друзья, всем привет! Ну что, мы сегодня отправились на Ахтубу с целью половить хищника. В гостях у нас женьки с Тамбова. Наконец-таки добрались они до наших краев. Ну, будем надеяться, что удастся нам сегодня что-то поймать и порадует нас рыба своими поклевочками. Короче говоря, долго болтать не будем. Сейчас мы выходили уже на воду, опускали камеру. Пока что нашли только окуня. Поэтому будем пытаться поймать окуня. А там посмотрим, может быть, переключимся на судачка, на щуку. Короче говоря, как пойдет. Так что усаживайтесь поудобней, погнали рыбачить. Да, мы, конечно, подготовлены сегодня конкретно. У нас с собой тут и живец есть, и жерлицы подледные, и надледные. Главное, чтобы рыба была подготовлена к тому, что мы приедем. Опа. Парни отправились разбуривать глубину, но мы попробуем разбурить вот эти коряжечки. Тем более здесь кто-то уже пробовал и, похоже, ловил, потому что очень часто лунки просверлены. Ой, погодка сегодня сказка просто. Солнышко светит. Такая ясная морозная погода, ветерок не сильный. Одно удовольствие рыбачить в такую погоду. Опа, есть, ай-яй-яй, сошел, негодяй, сошел, прям за коряжку зацепился, когда вываживал. Вот я говорю, течения нету, как только становится меньше и слабже течение, это место, где будет стоять окунь. О, сидит, ё-моё, сидит, да... Что такое? Что-то какая-то... Ну точно рыба, да? Да точно рыба. Ну ты видел, как билась? Ну, да. Не, первый раз-то с ударчиком клюнула. Вот, опять ударчик. Опа, есть. Надо, короче, руками вытаскивать. Ух ты, ребята! Вот это акушара! Вот это... Вот это матрос! Это просто, что за окунь? Это полкило акушара. Вы смотрите какой, а? Короче, у меня стоит балансир, ребят, семерка, нарваловский.
Больше рассчитывал все-таки на щуку, там, судака. А сейчас прибились к берегу, где течение послабже. Думаю, здесь рыба поинтереснее может быть. Ну, не то, что рыба поинтереснее, а просто вероятность то, что она сюда скатится, увеличивается. О, подъемчик, видели? Опа, есть. Слушайте, опять хороший. Да ладно, да ладно. Очуметь, очуметь. Ребят, вы посмотрите, какие акушары. А? Я думал, они у меня сходят из-за того, что я за ветку цепляю. А они у меня сходят из-за того, что они просто в лунку не залазят. Друзья, я не знаю, что это за размер такой. Просто два подряд, вы посмотрите какие. Ну хватит, я тут весь во льду. А? Вот это да! Вот это акушара. Ну, второй не намного меньше. Сюда можно 24-й бойл пристроить. Вот в таких коряшках пробурил вот здесь вот луночку. И поклевывает, поклевывает. Так, ладно. Хватит болтать, продолжаем рыбачить. Ну-ка, давай еще нам. Сколько их там таких? Главное, вообще не шугается. Я только одного вытащил. Тут же второй бьет. Да, таким окуням и семерочка в самый раз. Опа, есть. Ну, поменьше, и то пойдет. Офигеть. Конечно, не судак. Но тоже рыба. Офигеть, ребят, сейчас подойду, покажу, каких он окуней поймал. Обалдеть. Так, это скажу, брожу. Офигеть. Вот это окунь. Вот это горбачи. Грамм по 400, наверное, 500. Офигеть, такие красавцы. Два больших, один чуть поменьше. Офигеть. Надо сейчас тут тоже забуриваться. Если учесть, что я еще штуки 2-3 слил. Походу, умерла батарея. Надо было мой шурик взять. Опа. Был контакт. Поднимем повыше. Обычно, когда происходит поклевка рыбы, нерезультативная, я всегда поднимаю повыше балансир, чтобы соблазнить на вторую поклевку. Вот она. Я же сказал, чтобы соблазнить на вторую поклевку. Да, что-то помельче. Не, ну тоже чего, приятный окунь. Приятный. Да, друзья мои. Милое дело. Интересно посмотреть в камеру, конечно, что там происходит. Но камеры есть вероятность расшугать.
О, подвис вообще без удара. Да, люблю я, ребят, вот такие вот лунки окуневые, которые раздают не одного там, и дальше сидишь, скучаешь. А где есть прям в количестве окунь. Это кайф. Опа, опять подброс. Выше поднимаем. Сейчас будьте поздно. Скажу правду. Опа, блин. Оп. Да глянь, а что негодяй творит. Оп, есть. О, это хороший. А, он просто подбагрен. Да нет, хороший, хороший. Обалденный. Сейчас будьте поздно. Скажу правду. Жилет, я проще тебя сяду. Давай, давай. Сейчас мы их. А глубина какая? Опа, есть. О, гляньте, а, ребят, балансир семерка и позарился вот такой вот окушок. Ну как так? Так, ну лови сутки. Как так-то? Так, где у нас луночка-то есть еще какая-нибудь? Какая-нибудь чистенькая. А, вот чистенькая. Отпустим сюда. У нас, ребят, Женька Девятов там нашел щуку, упирается по щуке. А мы с Женьком Верещагиным решили попробовать попытать удачу где-то в других местах, поискать что-то новенькое. И вот нашли. Будем надеяться, что это только начало. Тут еще есть одни коряшки прям. Жек сейчас подсек так, что у него аж балансир вылетел за его голову назад. Да, первая поклевка и сразу. О! Сорвался? Да, сошел. Да ё-мо. Наверное, не буду больше на катушке выматывать. Оно, конечно, прикольно, но... Когда в следующий раз забрасываешь, приходится каждый раз дно отбивать. И мне кажется, окуня такая история может отпугивать. Слушай, кончик мягкий, я не думал, что так он будет передавать поклевку. А он и визуально классно сработал, не поддал. Ну что, друзья, видимо, она одна такая была, счастливая луночка, второй такой не нашли, ну и ничего страшного. Я думаю, эмоции получили сполна, окунь зачетный, тут со мной, наверное, все согласятся. Значит, дальше что делаем? Оставляем сейчас Женька, он будет опять пытать удачу по окуню, возможно, эта лунка заработает опять. Ну, а мы с вами отправляемся дальше. Значит, третье место нашей дислокации. Данным местом со мной поделились подписчики канала и говорят: Жень, опускай камеру, офигеешь, что там плавает, но только одно условие, не спали берега, не покажи, где это, а то браконьеры приедут, все, говорит, вычерпают. И я с ними, в принципе, полностью согласен. История должна быть довольно-таки интересной. Так что усаживайтесь поудобней, продолжаем рыбачить.
Ух ты, вот это здесь водичка. Ну, посмотрим, что там наш фокус фиш нам покажет. Коряжечки, коряжечки. Так. Давай. Какие-то коряжки были. О, их ты! Вот они, ребята. Слушай, ты прям в эту лунку можно... Офигеть! Они все прижаты ко дну, значит, они неактивные. Вот это да! Друзья мои! Просто, вы это видели? Так... Так. О, поплыл, испугался. Очуметь. Ну чё, ребят, как вам такая картинка? Это трындец. Сейчас попробуем вот с этой стороны к ним заглянуть. Да тихо, не ударься. Так. Да, они тут в ряд стоят. Просто в ряд. Я такой впервые вижу, ребят. Во. А тут даже чей-то отцеп зацепленный есть. Так, что у нас там ниже? Я вообще не вижу плавающую рыбу. Палки вижу. Чью-то силиконовую приманку вижу зацепленную. О, вот это активный, кстати. Это активный поплыл. Ой-ой-ой, какая красота! О, ребята, вы просто посмотрите на это. Да ну нафиг! Столько рыбы! Но это либо я шуганул, либо он активный поплыл куда-то. Но как-то медленно. Вот они. Красавцы, а? Удивительно. Сок судака. А где сазан? Нет. Нету. Судак есть сазан. На обеде. Где сазан-то? Да уж. Вот это прикол. Все, третью заключительную смотрим. Ой-ой-ой. Коряшки. А здесь еще ой. Вот он, ё-моё. Ребята, тут и сазан есть. Просто посмотрите на эту красоту.
Так. Это вообще законно? Вот это вот вообще это законно? Вот это слева, видите, что стоит? Мне кажется, это трешка. А вот это под ними это что стоит? О! Вот они. Блин, родненькие. Блин, как до вас добраться-то? Камера не проходит. Так, я теперь начинаю понимать. Ой-ой-ой. Вот где зимует сазан, ребят. Да. Ужих. Да, ужих. Это просто, что за тема? Вы просто посмотрите, сколько его там. Они как это. С одной стороны судаки стоят, с другой стороны сазаны. Да, у меня сейчас до речи пропадет просто. О, здорово. Здорово, красавчик. Короче, я не знаю, ребят, как возможно от этого оторваться вообще. Ну что, друзья, вот я и собрал всех женьков, вон они, за моей спиной. Солнышко уже садится за горизонт, а это значит, пора собираться домой. Судак у нас так и не клюнул, да я, наверное, и не буду показывать, как я его там пробовал поймать. Видно было даже по камере то, что он был прижатый ко дну. Очень-очень мало было активных, и они у нас не клюнули. Но ничего страшного, мы за ними еще вернемся. Так что, чтобы не пропустить новое видео, как мы ловим судаков, щук, там на леща еще с ночевкой собираемся, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока, всем добра, до новых встреч!